Позорный суд! Позорный суд! Свободу Искандеру! Свободу Искандеру! Свободу Искандеру! Элементарный бар осы Қазақстаннан шығады. Неге Қытайды кіргізуіміз керек? Неге біз үкіметтен нені талап етіп отырмыз? Заңды, конституцияға. Да, мне нравится, черт возьми, мне нравится программа ДВД так же, как духи Шанель. Опровергаю их обвинения. Оправдательный приговор в отношении меня, вынесенный Актаусским городским судом, должен остаться в силе. Султан не наша столица, Такаев не наш президент, Дарига не наш спикер. Азербайджан, Шарфер! Азербайджан, Казахстан! Вы будете жить только в этой Северной Корее, версия 2.0, называется Нур-Султан-Стан. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Кет, шал, кет, шал, кет, шал, кет! У нас есть выбор! У нас есть выбор! У нас есть выбор! Давай, подтягивайся. Она обзывает на нас, хотя все мы видели новости BBC о том, что сын у нее наркоман. Я вынуждена скрываться, потому что власти Казахстана считают экстремистами участников мирных протестов и считают экстремистами тех, кому нравятся программы оппозиционного движения ДВК. Полиция – это наши братья, друзья, одноклассники. Давайте заявим в этот день о том, что нелегитимные выборы прошли. Давайте заявим о том, что китайца нет китайской экспансии. Мы, конечно, будем продолжать проводить эти акции до тех пор, пока все эти люди не будут освобождены и не будут находиться дома. Мы просто требуем освободить их. Я на своей земле, почему я должен кого-то бояться? Никого не бойтесь! Никого не бойтесь! Кто, если человек одел, извините, голубой шарфик, если у нее там заколка синего цвета, да? Или, может быть, нижнее белье синего цвета? Это что? У нас уже тоже проявление экстремизма? Свободу Мухтару Джанишеву! Свободу Мухтару Джанишеву! Отпусти! Отпусти! Отпусти!
Алсачна! Я не хочу это терпеть больше! Эту боль! Этот гнет! Казахстанцы, Назарбаев не выполнил наши требования. Мы требовали в срок до 11 сентября 2019 года освободить всех политических заключенных и вернуть действие Конституции 93-го года. Правду, 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 правду. Нет китайских заводов. Мы против. Это наша земля. Это наш Казахстан. Так продолжаться не может. Мы должны биться за свои земли. Где нам жить? Это наша земля. Россия ясна. Жил, жил. Россия ясна. Жил, жил. Россия ясна. Жил, жил. Чего они боятся? Массовости боятся? Или нас боятся, честно, я не знаю. Менің позициям деймін ғой, осы немнен қайтпаймын мен. Айтқан сөзім ешқандай телеграмма чатында болған жоқпын, бірақ мына ДВК программасын жақтаймын. Только вперед, я могу сказать. Казахстанцы, идите только вперед. Надо добиваться смены перемен. Перемены нам нужны. Зачем нам такая власть, которая издевается над своим народом? Конституция нашей страны должна соблюдаться не только гражданами, да, Республики Казахстан, она также должна соблюдаться чиновниками всех уровней. Какая для меня это дети великого Казахстана? ХДТ Казахстанын даму тәртибе. ДВК это десерт высокого качества. Что вас обманывали 30 лет, вас и будут обманывать. Остановитесь, посмотрите, пока вы будете ждать от нашей страны. Ничего не останется. Трех конвоиров, которые меня охраняли в тот день, двое ушли праздновать день рождения. А еще один уснул. И я ушел, раз не было препятствий. А вы, власть имущие, просто одумайтесь. Соберите вещи, уйдите с своих постов. Без вас разберемся. Вы не справляетесь. Я очень благодарна таким людям, мужественным, смелым, героям. Сегодняшним героям Казахстана за то, что они продолжают борьбу. Я хочу, чтобы каждый казахстанец взял в руки, у меня всегда в руках с собой Конституцию и говорил, я народ, я власть. Шалкен! 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 Казах едік, алмақпен жонғар жауып, мазал едік. Ақтабан шығырынды заманада басымызға күн тұрып, азал едік. Меня сейчас, я из дома вышла, хотела почтить память. Павшим, которые умерли 1986 год, 16 декабря, и 2011 год. Я приехала в департамент внутренних дел, меня ребята забрали, возле этого, один капитан стоял это, в подъезде, а двое были на улице. Что я являюсь открытым участником движения ДВК. Все политические инициативы, они требуют определенной активности гражданского общества, и мы пытаемся как-то объяснить, что есть прямая связь между гражданской активностью и их экономическим благосостоянием. Я хочу сделать заявление, что я участница ДВК. ДВК лгает!